Химках открыли пляжный сезон. В парке Льва Толстого привели в порядок береговую зону. И даже несмотря на пасмурную погоду, в парк пришли первые посетители. Мы открываем в этом году 5-й пляжный сезон в парке имени Толстого. На этой территории есть платная зона и бесплатная зона. Обе зоны полностью с инфраструктурой, включая шезлонги, общепит, медицинское сопровождение. На пляже работают спасатели и медицинский кабинет, так что если кому-то из посетителей станет плохо, ему тут же окажут помощь. Также отдыхающие могут посетить спортивную площадку, воспользоваться душем, раздевалкой и туалетом. В зоне отдыха расположен кафетерий, в котором можно найти горячие и прохладительные напитки, а также полноценный обед. А на территории платного пляжа работает бассейн с подогревом и камеры хранения. Это место мы уже посещаем не первый раз, наверное, третий год мы сюда ездим с друзьями, потому что живем здесь недалеко, локация удобная, да и, в принципе, здесь я не видела таких больше похожих мест, чтобы было и бар, и бассейн, и такая атмосфера хорошая, уютная, теплая. Каждый желающий может арендовать площадку на пляже и провести день рождения на свежем воздухе. Но лучше делать это заранее, ведь пляж пользуется большой популярностью у химчан. За выходные его посещают более 500 человек. 400 рублей стоит выходной.